Самодеятельные артисты компании «Алроса» вернулись с республиканского фестиваля творчества трудовых коллективов. Славим дружбой и трудом края Ланху. На родину они приехали не с пустыми руками, а с главным призом фестиваля, дипломом победителя и сертификатом на 250 тысяч рублей. Августа Степанова продолжит тему. «Профалмаз» представили самодеятельные артисты, победители духовных граней «Алроса». Заворожили экспертов с первой же минуты, удивили их своими вокальными и хореографическими данными. Почти профессионалы, да. Да, хоть и работают где-то там в шахтах, где-то там экскаваторщики, да. И смотрите, как танцуют, как поют. Ну и руководители, видать, хорошие. «Якутскэнерго», Министерство образования, здравоохранения, связи, культуры, «Профалмаз». И это только часть списка участников. 17 профсоюзных объединений со всей Якутии собрал фестиваль творчества трудовых коллективов. Вокалистов, очень много сильных вокалистов. Хореография тоже очень сильно выделяется. Ансамбли очень хорошие. Еще одна победа у «Алроса». Участники фестиваля справились с нелегкой задачей. По итогам конкурсной программы получили диплом первой степени и сертификат победителя. Мы так переживали всем коллективом, мы так держались один за всех и все за одного. Впечатления, конечно, приятные от того, что чувствуешь вкус победы и чувствуешь, что все было не зря. Рада за то, что наши участники были героями. Они не растерялись и сходу прямо на сцену. Ильфат Галяутдинов, Даурен Джайлаубеков, инструментальный ансамбль «Мирная затея», танцевальный коллектив «Возрождение». Фестиваль художественного творчества трудовых коллективов Якутии зажег новые имена. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».